بقلب المنيب وشوق العجيب أحب وأهوى إلهي حبيبي. على الخلق جاد هدى ورشاد، وربي رحيم يحب العباد. إلهي السلام ومنه السلام، وأثني عليه فيحلو الكلام. إلهي السلام ومنه السلام، وأثني عليه فيحلو الكلام. وجل تعالى وحاز الكمال، وربي جميل يحب الجمال. وجل تعالى وحاز الكمال، وربي جميل يحب الجمال. إذا رنت نورا وخفت الثبورا، إذا رنت نورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Как этот месяц, месяц Рабиуль Авал, месяц, в котором родился наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иншаллах, сегодняшняя наша лекция проповедь будет о пророке, о его качествах, как мы должны любить нашего пророка и как сподвижники, радиаллаху анхум, они любили его, саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах в Коране говорит, бисмиллахи ар-рахим: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل تسكجي إن пророк محمد صلى الله عليه وسلم، то есть Всевышний Аллах обращается к пророку. إن كنتم تحبون الله، если вы любите Всевышнего Аллаха، فاتبعوني، то вы следуйте за мной. Так говорит пророк. То вы следуйте за мной, повинуйтесь мне. يحببكم الله، тогда Всевышний Аллах возлюбит вас. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، и тогда Всевышний Аллах простит вам ваши грехи. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ، Аллах прощающий и милосердный. Уважаемые сестры, из этого аята нам ясно, что Всевышний Аллах сделал следование и повиновение пророку повиновением ему, Всевышнему Аллаху. И также он связал любовь к себе, к Аллаху, с любовью к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он из всего, что сотворено Всевышним Аллахом, пророк является самым наилучшим, самым дорогим, самым любимым творением Всевышнего Аллаха. Бисмиллахи ар-рахим. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Те, кто повинуются Аллаху и будут следовать за его пророком, то эти люди в вечной жизни будут с теми людьми, кого Всевышний Аллах наделил большими благами, большими ни'матами. То есть это люди, пророки, праведники, шахиды и хорошие люди, салихины. Вот этот аят, тот момент, ниспослал Всевышний Аллах пророку, и пророк прочитал этот аят Салвану. Салван очень обрадовался и вернулся домой. То есть у него появилась надежда, что в вечной жизни он, иншалла, будет с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот еще один пример из жизни сподвижников. Вот был сподвижник, звали его Зайд, Зайд бин Дасан. Вот когда язычники его схватили, взяли в плен, связали его к столбу и стали его издеваться над ним, отрывали у него части тела. То есть вот так они его наказывали за то, что он следует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда подошел Абу Суфьян, но в то время было, когда еще Абу Суфьян находился с неверными, когда он еще не принял ислам. К нему подошел Абу Суфьян и спрашивает его:
О, Заид говорит, сейчас хотел бы ты, чтобы вместо тебя вот здесь был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть вот в этих мучениях оказался пророк, а чтобы ты оказался дома, в кругу своей семьи. Вот что ответил вот Заид бин Дасна? Он говорит, не то, что находиться вот в кругу своей семьи. Мне бы, говорит, не хотелось бы даже, чтобы вот заноза, колючка уколола пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот даже этого вот, мне не хочется. Вот так он ответил Абу Суфьяну, и Абу Суфьян от удивления увидел, вот, какую сильную любовь вот этот человек испытывает по отношению к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Суфьян говорит, вот я, говорит, еще не видел таких людей, вот, которые любили кого-то, как сильно любили, как сподвижники любят Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот так сказал Абу Суфьян. Но последующим, после завоевания Мекки, Абу Суфьян, как мы знаем, он принял ислам. Вот еще один пример, как сподвижники любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот Ухуд Газават. Вот после Ухуда, когда мусульмане возвращались домой, их родственники, они вышли, чтобы встретить их. Вот одна женщина из племени Бану Динар, одна женщина. У нее отец, сын и брат. Вот эти три человека из ее родственников, самых близких, они участвовали вот в этом газовате. И она вышла, чтобы встретить вот своих родственников. И ей сказали, что отец, сын, брат, вот все трое, они погибли. Вот поставьте себя на ее месте. Вот если нам скажут, что наши сами близкие, вот отец, мать, отец, сын, брат, что они погибли, вот что мы будем испытывать? Как мы будем себя вот чувствовать? Конечно, мы, скорее всего, упадем в обморок, наверное. Но эта женщина, вот посмотрите, что она сказала. Она говорит, как себя чувствует вот после того, как ей передали, что твои близкие, отец, сын, брат, они погибли, она сразу говорит, а где пророк, говорит она, как он себя чувствует, жив ли пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Ей ответили, да, он жив, с ним ничего страшного нету, он жив и здоров, но она не успокоилась, она сказала, отведите меня к нему, чтобы я сама вот увидела его. Вот ее отвели к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и только после того, как она сама увидела пророка целым, невредимым и здоровым, только тогда она успокоилась. И она сказала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как если ты жив, здоров, невредим, после этого любое горе, говорит, она, любое горе – это ничто. То есть это пустяк, говорит. То, что она испытала, она услышала. Вот свое горе она даже считает вот пустяком, раз уже пророк жив и здоров. Вот так они любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот Абу Бакр, радиаллаху анху, Абу Бакр, мы знаем, Абу Бакр это после пророков самый наилучший человек на земле, после всех пророков считается Абу Бакр, радиаллаху анху. Он был как правой рукой для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он всегда в любую минуту готов был пожертвовать своей жизнью ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды отец Абу Бакра, когда принял ислам, отец Абу Бакра принял ислам, и Абу Бакр заплакал. У него вытекли слезы. Пророк обращается к нему, говорит, о Абу Бакр, это самый радостный день. Твой отец принял ислам. Почему ты плачешь? В чем причина, спрашивает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот что ответил Абу Бакр? Абу Бакр ответил, о посланник Аллаха, говорит, вот тот, кто принял ислам вот сегодня, то есть мой отец, он имеет в виду, тот, кто принял ислам и дал тебе клятву верности, это говорит не Абу Талиб, а мой отец говорит. Не бы, вот я бы сильно вот желаю говорить, я бы предпочел говорить, чтобы вместо моего отца был твой дядя Абу Талиб. Вот такой сильный иман и любовь была Абу Бакра к пророку, что даже он не обрадовался, когда отец принял ислам. Вместо своего отца ему хотелось, чтобы вместо него был дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Талиб.
Еще пример из жизни того же Абу Бакра, радиаллаху анху. При переселении из Мекки в Медину, хиджра, при переселении, когда Абу Бакр, мы знаем, что вместе с пророком, салям, спутником его там, вот это переселение был Абу Бакр, радиаллаху анху. Преследуемые неверующими, они дошли до пещеры Сау. И Абу Бакр, пророк хотел зайти в пещеру первым, но Абу Бакр не дал ему зайти. Он сам первым зашел в пещеру, тем самым он хотел удостовериться, что ничего плохого пророка не ждет в этой пещере, что там все безопасно. Вот для этого он первым сам зашел в пещеру, он там все очистил, порядок навел в пещере, но там были вот такие дыры, норки были. Он вот свою рубаху вот покрывал такой, который они набрасывали на плечо, вот взял вот это покрывало, из материала этого покрывала он заткнул все эти дыры заткнул, но осталась одна вот дыра осталась, и материал тоже закончился, и ничем не было вот закрыть вот эту дыру. И тогда Абу Бакр, что он сделал? Вот на это место он вот эту дыру закрыл своей ногой. Вот пятку он поставил перед этой норкой, вот этой дырой, и сказал пророку, что он зашел. Пророк, собственно, зашел в пещеру, он положил свою голову на колени Абу Бакра, и отдыхал, ну, спал пророк, собственно. Тут Абу Бакр из этой дыры, змея укусила Абу Бакра. Укусила змея, но Абу Бакр, ему было сильно больно, даже слезы у него вытекли, но он не вздрогнул, не сдвинулся с места, чтобы не тревожить пророка, собственно. Но слеза капнула на лицо пророка, собственно, и тут пророк проснулся. Он спрашивает Абу Бакра: «О, Абу Бакр, что случилось с тобой? Что с тобой?» Ничего не сказал, ничего, просто змея, говорит, меня укусила. Змея укусила. И пророк тогда намазал вот это место своей слюной, и тут боль утихла. Но впоследствии, вот в книгах пишется, что из-за этого укуса, вот этой змеи, впоследствии погиб, умер Абу Бакр, радиаллаху анху. И еще один момент из жизни Абу Бакра, радиаллаху анху, когда он везде он находился рядом с пророком, с пророком, помогал ему во всем. Однажды, когда он находился с пророком, язычники, мушрики пришли и сильно избили его, Абу Бакра. Избили сильно, очень сильно, что даже люди подумали, что Абу Бакр уже мертв. Но через некоторые дни, когда он пришел в себя, через некоторое время, вот первые слова Абу Бакра были, какие слова? Он говорит: где пророк, что с ним, жив ли он? И потребовал от близких, чтобы они его отвели к пророку. Когда сам он воочию сам увидел пророка, сам, только тогда он успокоился. Ну, здесь много примеров можно привести из жизни сподвижников, как они любили пророка, как они собой пожертвовали ради него, много примеров. Конечно, сподвижники, когда они сами воочию, они видели пророка, находились рядом с ним, конечно, несомненно, у них вера была, иман у них был полноценный иман. Это однозначно, потому что они видели пророка. Когда у них была вот они сталкивались с трудностями, с проблемами, они подходили к пророку, пророк решал их проблемы, отвечал на их вопросы, пророк всегда им помогал. Конечно, баракат пророка с ним всегда было. И, конечно, у них иман был полноценный. Но это не означает, уважаемые сестры, это не означает, что после пророка, когда уже пророк покинул этот мир, что баракат пророка, что помощь от пророка мы не будем вот чувствовать. Это не означает. Потому что главное, чтобы между нами и пророком Сусом была связь. Связь бывает телесная связь. И связь бывает
душевная связь. Телесная связь, конечно, нет, так как пророк уже покинул этот мир, но душевная связь между нами и пророком, это всегда должно быть в наших сердцах. Это, конечно, его. Ну, не хватает вот говорить, что я люблю пророка. Конечно, нужно следовать. Вот эта любовь проявляется, в чем проявляется? Проявляется в нашем следовании его сунна. Сунна пророка – это то, что пророк сказал, то, что пророк сделал, то, что пророк, если вот асхаби, его сподвижники что-либо делали, если пророк услышал это или увидел это, соглашался над этим, это тоже является сунной, потому что пророк согласился с этим. И поэтому у нас тоже есть надежда, что в судный день мы получим шафаат пророка, салам. Вот в одном хадисе пророк говорит, я, говорит, очень, вот сподвижникам он сказал, я, говорит, очень сильно тоскую по тем людям, которые сильно будут любить меня. Тогда сподвижники спрашивают, о посланник, кто же это люди? Кто это за люди? И находятся ли они среди нас? Пророк говорит, нет, это не вы, это люди, которые после того, как я покину этот мир, будут из моей уми будут на этом свете, и не увидев меня, они уверуют в меня и будут придерживаться моей сунне, и они полюбят меня. Вот так сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Конечно, в наши дни, уважаемые сестры, в наши дни, конечно, есть люди, были, есть и будут до судного дня люди, которые очень сильно любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, любят пророка, придерживаются его сунны, предостерегают людей от всяких адатов, от всяких новшеств, бид'а, и наставляют людей на путь истины и оживляют сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть такие люди, альхамдулиллях, конечно. Вот именно вот по таким людям и сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И еще, уважаемые сестры, вот есть такой момент, очень важный момент. Вот религия до нас как дошла? Вот, например, вот заблудшие люди говорят, что между нами и Всевышним Аллахом нельзя вот держать кого-либо, то есть посредника. В качестве посредника между нами и Всевышним Аллахом никто не должен быть, говорят. Прямо мы должны обращаться к Аллаху, прямо ибадат тоже Аллаху. Конечно, это правильно, что ибадат, что все, конечно, нужно делать Аллаху. Но если, конечно, без посредничества вообще религии не может быть, без посредничества. Почему? Потому что, вот посмотрите, начало ислама, вообще начало ислама, ислам к нам как вообще для нас дошел, вот наша религия ислам. Всевышний Аллах, мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он наилучший из творений, из, вот, среди ангелов, и среди джиннов, и среди вот, людей, и всего сотворенного Всевышним Аллахом. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, самый любимый, самый наилучший человек на земле, из всех творений. Даже ангел Джибрил, которого Всевышний Аллах посылал, вот, который был посредником между Всевышним Аллахом и пророками, даже ангел Джибрил, он даже ниже, чем уровня нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но вот задумайтесь вот над следующим. Всевышний Аллах послал Джибриля, ангела Джибриля, пророку Мухаммаду с откровением, с Кораном, с вахью. Вот теперь возникает вопрос. Вот это же посредничество. Сам Всевышний Аллах сделал ангела Джибриля посредником между собой и между своим вот, пророком Мухаммадом. Это что означает? Разве, вот вопрос возникает, разве Всевышний Аллах не смог бы без присутствия ангела Джибрила, без его роли, вот в сердце пророка, салям, вот внушить ему вот это откровение, вот это весь Коран? Конечно, мог бы. Если мы скажем, что Всевышний Аллах не смог бы так делать, это уже мы попадаем в куфру. А Всевышний Аллах сделал ангела Джибриля посредником между ним и между посланником, между его пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям.
Вот из этого даже, вот этот момент даже для разумного человека, вот этот один довод, вот этот момент даже хватает, чтобы узнать, что без посредничества ничего не бывает. Вообще наша религия, вот Всевышний Аллах послал нам пророка Сулсана, мы обязаны вот уверовать и последовать за пророком Сулсана. Вот еще вот вопрос, разве Всевышний Аллах не смог бы сделать нас мусульманами без послания пророка, без Мухаммада Сулсана? Конечно, смог бы. Но все равно Всевышний Аллах между нами и между Всевышним Аллахом, пророк Сулсана является посланником, является посредником. Благодаря пророку Сулсана, вот мы, сегодня мы являемся мусульманами. Пророк Сулсана, вот до нас религия как дошла? Пророк, в свою очередь, передал вот религию в чистом, неискаженном виде, передал от сподвижника. Сподвижники передали последующим поколениям, табиинам. Табиины передали тоже табиу табиинам. Вот так передавая из одного поколения к другому, вот в таком виде до нас вот дошла религия. Религия Всевышнего Аллаха. Вот это все же, это же посредничество. А без них же, вот этих всех, без этих поколений, Всевышний Аллах же смог же, Он же всемогущий, Он бы смог сделать нас мусульманами и без этих пророков, без этих сподвижников, табиинов, без имамов, без авлияров, без машаихов. Конечно, смог бы. Вот этот момент тоже, вот, на что нам нужно особо вот, уделять вот, наше внимание. Вот еще один такой момент. Вот Маулид, да, это Маулид, вот это месяц Маулида. Месяц Маулида, вот мы восхваляем пророка Сулсана. А есть люди, которые вообще отрицают, говорят, что Маулид это бид'а, это новшество, что пророк не делал это, и что это нельзя делать. Что это нельзя делать. Вот в первую очередь, чтобы вынести вот такое решение, нам нужно по отношению вот любого вопроса, нам нужно посмотреть, вот, например, данный момент Маулид. Вот нам нужно знать, что такое Маулид, вообще, какое определение ему дали алимы, вот, что оно из себя представляет, вот Маулид. Маулид это что? Маулид это восхваление пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вот если я вот по книге сейчас буду читать, пророк родился в таком-то году, в таком-то месте, он сделал такой-то хазават, он призывал людей таким-то образом, его жены, дети и его сподвижники, вот его переселение, он умер, он был похоронен где-то вот в таком-то году. Если я буду вот читать вот так, разве нельзя что ли? Можно же. Наоборот, нам нужно знать вот это все. А если я вот как с мотивом, как мы Маулид поем, если с мотивом я буду вот петь это, то же самое, но стихотворное вот в форме, просто с мотивом я если буду петь, почему нельзя? А Маулид же это же. Вот Маулид вообще что в себе заключает? Вот людей мы собираем, угощаем их разными там блюдами. Разве нельзя что ли вот братьев по вере угощать? Можно, наоборот это приветствуется в исламе. Еще что там делаем? Зикру делаем. Нельзя что ли зикру делать? Можно. Повествование о жизни пророка, вот говорим, нельзя что ли, наоборот нужно. Садака делаем, нельзя что ли. У кого нет возможности, он не делает, у кого есть возможность, он делает. По мере своей возможности. А если вот это, вот по отдельности, если взять вот эти моменты, можно, 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 да, по шариату, наоборот, это все одобряется, приветствуется. А если в одном месте, вот в одном месте сразу это сделать, и назвать это Маулид, почему нельзя? Конечно, можно. Еще, вот говорят, что пророк не делал это. Конечно, не будет пророк делать. Разве пророк скажет, разумный человек, любой человек, будь он пророк или любой, даже любой из вас, разве кто скажет своим близким, своим родственникам, своим друзьям, вот давайте, вот восхваляйте меня, садитесь и давайте про меня говорите, не скажете. Поэтому и пророк не сказал. Но сделали ли сподвижники это? Конечно, сделали. Они восхваляли пророка Сусам. Ни одного момента даже не было, чтобы они не говорили о пророке Сусам. Вот они приводят еще вот такой
вот приду, вот, вот если говорить хадис пророка, салам, вы говорите, есть такой хадис, достойный хадис, пророк говорит, вы не восхваляйте меня, то есть вы не приписывайте мне такие качества, такие сипати, как это делали христиане по отношению к Иса бин Марьям, сын Марьяма, к Иса. То есть пророку Иса, вот какие они качества ему приписывали, вот, вот это обо мне не говорите. Вот как, вот смысл этого хадиса. Там нету, что пророк говорил, вы вообще меня не восхваляете. Он говорит, вы обо мне не говорите то, что христиане говорили о Иса бин Марьям. А христиане что говорили о нем? Что говорили? Что он Бог, что он Сын Бога. Там еще Отец, Сын, Святой Дух, что ли. Вот что имел в виду пророк Сусан, когда вот говорил вот этот хадис. Вот нам нельзя говорить, что пророк Мухаммад Сусан это Бог или Сын Бога. Вот что нельзя. А восхвалять, что такого там нету. Еще вот есть хадис пророка, уважаемые сестры, обратите внимание, есть хадис пророка Сусана, где он говорит, вот я говорю, оставил для вас две вещи, две самые-самые такие значительные вещи. Это одно, пророк говорит, Халям Аллах, это Коран, речь Всевышнего Аллаха, и говорит, Васуннати, и вот мой суннат, мой путь, который я держался, вы тоже говорит, придерживайтесь. И пока вы будете вот следовать за этим, за Кораном и моей сунной, вы, говорит, не попадете в заблуждение, вы всегда будете на правильном пути. Есть и другая версия. Вот, вот, например, вот некоторые люди только вот эту версию говорят. Вот есть другая версия этого хадиса. Он говорит, пророк говорит, собственно, тоже достоверная версия эта. Пророк говорит, я, говорит, для вас оставил две вещи. Это Коран, ва-итрати, и мой ахлюбайт, моя родня, моя семья. Они говорят, вот эти две вещи, Коран и моя семья, пророк говорит, что до судного дня они не разлучатся друг от друга. То есть, моя семья, мой наслу, мое потомство, мои потомки. Вот это хадис, это, вот где говорит он, итрати, моя родня, моя семья, это не вот семья пророка, кто вообще семья пророка? Это не именно те люди, которые жили вместе с пророком. Они до судного дня будут, вот потомки пророка Сусана, и в сегодняшний день они живут на земле. И в Мекке, в Медине, в Саудовской Аравии, в Египте, и в Сирии. И у нас в Дагестане они живут, потомки пророка Сусана. Вот, к примеру, вот в истории, вот в книгах пишется, во времена имама Шамиля в Дагестане было 70 семей из потомков пророка Сусана. Имам Шамиль даже их возвеличил, он проявлял им большое уважение. Даже от трофеев, которые они вот, получили от Газалата, даже вот одну пятую часть он именно вот им дал. Потому что, например, потомки пророка Сусана, им можно давать хумус, это называется. Одна пятая часть от вот, трофеев, которые получили вот, ну, из байту мама, можно говорить. Вот было 70 семей, это во времена имама Шамиля. С тех пор прошло уже почти 100 с лишним лет, да? А сегодняшний день еще же больше же вот этих семей будет в Дагестане. Это потомки пророка Сороса. Потомки пророка, поэтому они не будут заблудшими людьми. Это такое быть невозможно, чтобы потомки пророка Сусана, чтобы они были там заблудшими людьми. Такого не может быть. Всевышний Аллах такому не даст, чтобы вот такое случилось. Поэтому они являются как маяк, как путеводные звезды они. Вот если мы посмотрим вот на сегодняшний день, вот эти потомки, вообще на земном шаре, в любом месте разницы нету, и в Дагестане, и в Мекке, в Медине, и там, в Сирии, в Египте. Если посмотрим, между прочим, из них есть, вот среди них есть большие алимы. Большие-большие алимы, всемирно известные алимы есть. И в Мекке они, и в Медине. Вот если посмотреть, что они делают, вообще какого пути они придерживаются. И если нам вот точно вот,
вот идти вот этим путем, вот тот путь, которого они придерживаются, мы еще тоже будем на правильном пути. Почему? Потому что пророк сам говорит, я говорю, для вас оставил Коран, Калям Аллах, и литрати. Может, там есть другая версия, Ахлюбайти, может, там есть слова. Но это одно и то же. Литрат Ахлюбайт, это моя родня, моя семья переводится. Поэтому и в Дагестане есть вот такие люди. Между прочим, наш муфти Ахмад Хаджи, он тоже является потомком пророка, чтобы знали. Он внук Абдул-Хамид Афанди из селения Инхо, Кудисасиру. А Абдул-Хамид Афанди, это без сомнений, однозначно он прямой потомок пророка Сурусана. Вот если мы будем придерживаться вот